Уважаемые студенты и преподаватели и гости Академии, мы рады приветствовать вас на очередном заседании бизнес-клуба. И я также хочу отметить, что это совместное заседание бизнес-клуба и литературного клуба «Лик» Народной Украинской Академии. Наше сегодняшнее заседание посвящено очень важным и актуальным вопросам благотворительности и меценатства. И об этих вопросах мы поговорим сегодня и с нашими гостями. Это заслуженные экономисты Украины, руководители корпорации «Рубаненко и партнеры». И их всевозможные награды и достижения я могу перечислять еще очень долго. Это Леонид Иванович Рубаненко. У нас в нашей деятельности, связанной с меценатством, есть два основных направления. Это в Харькове обеспечение организации деятельности творческого клуба всех возможных художников гостиной на Дворянской. И то, что больше, чем мы занимаемся в Крыму и в других городах, в том же Киеве, это организовал участие в работе Международного попечительского совета заповедника Кемерия Волошина, в который входит 5 музеев. Непосредственно до музея Волошина в Коктебеле, 3 музея в Старом Крыму, литературно-художественный музей Грина, музей Пластовского и музей сестер Цветаевых Феодосии. Мы обеспечиваем интеллектуальным трудом поддержку бизнеса. В состав корпорации входят аудиторские фирмы, судебно-экономическая экспертиза, оценка всех видов и направлений, независимая оценка, юридические услуги.